построили в такой хуйне. Да, там какую-то хуйню сделали. Сцена, блин. Я супер долго буду бежать. Да надо Лока сюда, блядь. Кразис, ты поедешь сюда или что? Блядь, надо. Да я лечу, лечу, ёпта, минут. А где ты? А где ты? Какие пять? Как, чё так долго-то? Из Огри только вылетел, а как мне тут, блядь, с корабля надо добираться? А ты не ренегат? А ты нежить? Нет. Ну да, только с Огри. О, ебать, тут хуйня, нахуй. Короче, не, ну прикольно. Слушай, а прикольная тема. Через портал с Игримар, ну да. А чё там на Грубаше? Тут и пиздится? Нет, тут получается квадратик такой, он в воздухе стоит, и четыре мостика к нему, нахуй. Ну, такой прикол вот. Ну, какой смысл? Значит, вот мы сюда приезжаем, да? Надо 8 можно человек. Можно лосать, видишь, можно за лосать. Да, то есть, ну, тут все нормально, блядь. Надо, короче, 8 человек, кто согласен участвовать, у кого точно эквип есть там. Вот. На арену Острогоевой будет похоже. Мы их раскидаем, получается, на 4 команды. Вот. Ну, я думаю, на вылет быстренько сыграем 3 боя. Там, если, ну, так по фану понравится, может, еще что-нибудь устроим. Вот. Ну, допустим, там 2 на 2 сыграли, ушли, другие вышли, 2 на 2 сыграли. И потом, кто из них победил, типа, какая пачка победили, они между собой играют 2 на 2. И все, и кто победитель, призы получают, 2 человека. Ну, а кипиш. Давай быстрее, тут корабль стоит пока еще. Костя, здорово. Здорово. У нас здесь небольшое соревнование. Мне в Тернистую долину надо или в Пиратскую бухту? В Тернистую долину тебя. Блядь, на корабль не успел. Лича, убили хоть, а? Соревнования. Всех убили. Лично, хуй, это все хуйня. Ануба убили. Ануба убили даже. Да, надо так хвастаться теперь. Нихуя себе. Так, давайте начнем разбираться. Так, 2 на 2 будем пиздиться, или 4 на 4? 2 на 2. Хочешь 4 на 4, но попозже. Сначала... Есть приколюха такая, что же, можно 5 на 5. Помните, когда этот, типа, чисто по очереди? Один подыхает, так. Выходит второй, и второй подыхает, и выходит третий. Это... Давайте да, сначала... Да, крутая штука, блядь. Сейчас потом это сделаем. Давайте сначала вот эту фишку 2 на 2 ДК попробуем. Играет, ДК, да? Ладно, скажем Войт, так. Войт, ты понял, что за тема? Короче, собирается команда из 5 человек. Ну, и выходит по очереди, пиздится. Один проиграл, вылетел, тот остался, потом следующий выходит, и вот так, чья команда. Ну, это как перетягивание каната, да, такая хуйня? Да-да-да, то есть да. Один погиб, ты наезд его приходишь. Ладно, погиб. Самое главное, это все заебись звучит, но давайте теперь я задам вопрос, кто из вас, вот кто сейчас в рейде, кто участвует в этой хуйне стопудово? Я. Так, Ревист. Чем конкретно? Ебать, в этой хуйне, ну как она называется? Так, Рарник. Вот этот пал, который... Хурабит участвует, нет? Небольшой PvP турнир. Да, 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 он сейчас придет. Так, Ингрен. Пал участвует, да, этот? Да, он придет. Три пала уже, нахуй. Мне кажется, палы будут победителями, блядь. Нет, если их Холки запиздят, то это еще будет весело. Смотри, сколько людей, дохуя, может, даже больше соберется. Шадоу сейчас. Я турнир сделал целка 25 хм без одного вайпа, блядь. Давайте, блядь, надо. Да заебали эти рейды уже, блядь. Так, Шаду, ты точно уверен, что ты участвуешь? То есть кого-нибудь разъебешь там? Или пищип участвует? Так, ну да? Мы без ПВЕ шмота чисто в ПВП. Ну, блядь, да мне похуй, какой у вас какой есть? А смотри, ПВЕ шмот, он нет. Как бы... Ну как, ты Т-10, ты видел на сову? Ты на сову видел Т-10? Равист вышел в Т-10 на сове, дал пиздюлей таких сильных, что там плакали все. Я тебе серьезно говорю. Там просто зайди на сову, глянь, что это 10 на сову, и это еще не то, это еще не все. Смотрите, фишка в чем. Не, вот, ребят, 8, вот 8 о, человек. Сюда, вот смотрите, 8 человека закинул 3-4 пати. Это точно сейчас. Тут еще будет кто-то? Седжи, ты участвуешь? Ребята. Я в ПВП, вот я приехал. Да, я лечу. Так, ты участвуешь, да? То есть ты ПВПшишь? Бургер. А вот этот генбанан участвуешь? Да, Блитринг. Ты ПВПшить я... тоже будешь? Не, я по другому плану. Так, я, короче, я грабить пришел. Слушай, взял 270-й. Нету пары генбанану. Ну я типа не пойду, я хуй знает. Медведям, что ли? Мне пизды дадут. Ну, давай для прикола, типа. Генбанан. Я с тобой. Короче, Войт, смотри. Че? Короче, в ПВП Т4 отрубается сразу.
Да, да и похуй. Да, без разницы. Так что, если есть Т-10 или ПВП-сет, лучше его одеть. Теперь смотрите, ключевой момент. Вот у нас набралось 10 человек, да, допустим. Сейчас генбанан, мы это, на подстраховке, если что. Теперь смотрите. Я задумывал как? Вот, ну, я задумывал на 8 человек, что мне надо сейчас рандомно сделать так, чтобы, ну, во-первых, ДД с ДД, а у нас хилов танков нету тут, ДД с ДД, и нужно как-то распределить людей, не так, чтобы, допустим, не так, чтобы, допустим, был какой-то имбовый класс с имбовым классом, чтобы он их всех разъебали, надо какого-то бича сильным поставить, Андрей, и более-менее сбалансировать. Да, вот давай сначала кинем ролл. У кого четный в одну команду, у кого нечетный в другую, потом не, посмотрим. Не, ролл не подходит. Надо тут конкретно смотреть, кто что может. Вот, допустим, я не знаю, кто сколько там арены апал, у кого какой опыт. Вот Бургер, он вроде как ПВПшник, да, какой-то мощный? Нет, я голый. Голый? Не, я голый. Не, он снял пиздит. Шмот, нахуй, он пиздит по-любому. 270-й, блин, шмот, где ты взял это? Ладно. Я, блин, что, откуда? Ладно, смотрите, вот Кирсори или Репичип, вы про товары или кто? Какие у вас там спеки? Я Равист? Фармс. Репичип Армс? Лёха, да. Пошли подмешивать ситуацию. Так, ну вот давай, вот команда номер один. Вот в эти пати я сейчас скидаю. Так, допустим, вот давай Армс поставим с... Вот с кем поставить? У меня 220 и там левел в PvP шмоте. Давай Армса поставим с... одобрить в дискорде вот этого паладина Хангри. Ну, это оформите, там есть у кого-то права. С Кразисом он поставим. Написал. Рогу с кем кому поставить там можно? Выдать роль. Гостиница написал. Рога мощный с портоваром будет или как? Дал ему роль, пусть перезайдет. Ты не мощный? Если ты хочешь рандом, смотри. Надо не рандом, давай надо сначала... более-менее уравновесить, чтобы не было так, что одна команда чтобы всех разумеет. Уравновесить, нужно одеть итем левел одинаковый. Давайте поставим 230 итем левел, снимай там какие шмотки хочешь. Блядь, нету такого. Не, давайте не будем ничего снимать, давайте посмотрим, как кто реально играет. Вот давай Седжу с Бургером. Я с Равистом. Да, то есть... вот сейчас просто против Рарника выйдите, блядь, и он разъебет вас. Да у него Т4 отключится. Так, давай да, Рарник. Ничего, что он в ПВП обвесе, блядь. А, у него ПВП? Давай Рарник. Да, у него ПВП обвес. Да и очень нихуёвый. Ну, что поделать? Нихуя себе. Это ж ПВП. Шеем снимай. Шеем снимай. Тихо. Это Рарника с Престом. Тихо, ребята. Так, теперь Лингрен. С кем тебя поставить? С Варом? Давай Лингрен с Варом. Могу с удочкой. Ну и получается, пати вот этот хундрубит, или как это, хуй пойми, это, короче, этот самый, кто он, блядь, с совой. Ну вот я так подумал, вот так вот. Вот у нас... это один на один, ебашимся. 2-2, блядь. А, все, понял. Так, теперь надо... я не арене ни разу, что вы мне рассказали. Теперь надо понять, кто с кем будет играть. Да, Рарник, я видел. Наверное, на вылет будем играть. БГ, не шеймы свои убирайте сразу же. Давай подумаем, какая из этих пяти команд, да, вот, которые шеймы. Есть, да. Какая будет из них самая сильная? Вот прям стопудово, что напарник друг в друге уверен. Ну, либо Бургер Найт, либо Рарник. Там, да, ну, мне кажется, Бургер вообще всех развалит. Ну, Рарник, с паладинами. Ну, я Седжу не знаю, как играть. Шеймами. Да похуй. Рарник посильнее шеймом будет. Так у Рарника, 264-й шеймом убирайте, ставьте другую пуху, это бред с шеймом. Да нет, да, пусть будет шеймом. Да пусть будет, что вы... Ну, пусть будет. Смотрите, ребята, а самое главное, что я тебе скажу, нельзя использовать возложение рук, нельзя бэрить, нельзя использовать инжу, сетки и прочее говно. Ну и зелья, которые антистановые и всякое. А давай еще вообще все сетовые способности, все, ну, классовые это... способности отключим нахуй. Нет, если вы хотите прям чисто арену сделать, это... то это надо вот разбиваться по группам как... сейчас. Вот короче, давайте, ну вообще... Я не знаю, что вы, ну, дрочитесь, почему вы начинаете спор. Вы тут не получите миллион долларов, блядь. Давайте так, вот Седжу с Бургером тогда на подстраховочку закинем. Ну, вот эти четыре команды сейчас будут играть. Вот давай. Первая пойдут, значит, Кразис с Репичипом, либо идти друг другу пати кидайте. И Равист с Хантербитом, либо идти друг другу пати кидайте. Войт, подожди. Ты Shadow Knight с Рагником кинул? Да. У них, смотри, у них одинаковые PvP шмоты, там левел считай. Ну и похуй. Они любого работают. Да все, давайте. Ну работает, так уработает. Я сейчас шейм уберу, чувак. Так разница, шейм. Это уйдите, пока не спускайтесь туда. Ну или встаньте, да, по краям. Иди первое место.
этот... Лучше запихнул бы его кого-нибудь. Диссион, нет? Рарник, скажу, беру у ШМ, поставлю вот темную спорку. Как тяжело с вами, давайте это... Ливай спать и кидай это рависту. Кто там, ровист с ним был. Потом, когда отыграете, вот выигравшая пати посидит, почили, два других побьются. Ливни с рейда и ровисту кинь пати, или ровист тебе. Ну быстрее, блядь, время идет. Че менять? Что... 308. Нет, мы зелье не пьем. Ни, ну, да. Ничего такого. Ну, понял. Сейчас... Ну, такая, типа, слабенькая пати получается. Ну, а че не первый? Да, ну, ну, я не знаю. Давайте я первый, да, давай. Похуй. Так, пошли. Вы... Корсари. Все, это самое. Давайте. Да уйдите. Кто там? Где ровист и этот? Кто? А нахуя вот эту вот хуйню здесь поставили? Пьедестал. Я уже готов. Крайзис, пойдем в гостингу с тобой. Ладно, этот самый. Ну, ты кинь пати Хантербиту. Или что? Мы или с ним в пати. А, ну все, вы с ним в пати. Так уйдите, Кирсори, кто там, Лингрен, ну идите оттуда. Так мы хотели уже драться. Ну, сейчас там ровист и этот, паладин. А как у нас коммуникации будут? Как у нас коммуникации будут? Ну, смотри, в Диссе есть гостиная, в Диссе есть рейд 10. Вот, идите туда. Одна пати туда, одна туда. Ну, это двойки, которые сейчас будут биться. Вот. Подождите. Киньте пати снова Хангар Биту и суммуните его. Он в дуратаре что-то делает. Имейте все зелья, блядь. Блядь, как вы заебете, блядь. А по новой суммуните. Или чё, или мы с зельями, вы, бля, сразу говорите. А чё я не могу сумонить, нахуй? Чё, это не наш шкаф, что ли? А, Кразис. Фул, чисто свой баф. Хуё вас. Пизда, нахуй, как вы заебёте, блядь? Кразис, сиди сюда. Да, я просто сейчас на сайт зашёл, смотрю, Рарника, шмот. Там и Шадов Найт, нахуй. Шадов Найт тоже неплохо. Кирсори тоже неплохо. Вы суманули его, нет? Да, вот. Ну так ПВПшеры пульсовали. Кидай пати. Суманули? Суманули? Геннай, Банай, он. А чё вы там? Бля, пиздец. Хуй разберёшься. Вот я кикнул типа, он должен с ровистом пойти. Кидайте друг другу пати. Идите. Всё, это ну рандомная хуйня. Всё, теперь мы стоим смотрим. Давайте, а чё там какой-то давать или что? Сейчас, нет, подожди. Сейчас, они не слышат вас, да? Подожди. На арго пишешь. А, да. А ты отчет рейдовый, давай, дай все. Так они не в рейде, блядь. Стоп. А как нам, блядь, допустим, связь замутить или без связи, в общем... Ой, блядь, я же сказал, гостиная и рейд 10. Одна пати в гостиную, одна в рейд 10. Что за проблема? Все, этот самый. Давайте, когда сделаем так, когда с пьедестала уйдет, короче, человек назначенный, они начинают драться. Хороший вариант. А то так непонятно. Что за сборище гопников возле шкафа? А ты где сам? А, у меня залупы какое-то ограничение, нахуй. Я не возле шкафа. Это... Войд. Все, я написал го. Давайте, бейтесь нахуй. Я имею в виду, они начинают биться. Вот, допустим, ты на пьедестал встаешь, и если уходишь, короче. Смотри, уже месиво, нахуй. Так, это кто нахуй? Хантербит, короче, хочет дать пизды Крузису. Они прямо свичнули. Сейчас ровист появился. Смотри, Крузис. Ебать, минус Крузис просто сразу. Репичип остался. А че, Хантербит сдох, что ли? Ебать, жесткая хуйня. Да, он всех расхуярил. Смотри, ровист с этим, с репичипом. Репичип хилься. Ровист выиграл. Ой, пизда, ну. А ему нечем хилиться. Ты это, чё, это он в коте? Это он в коте так? Все, ну получается... Все, теперь обратно плюсуйте. А, блядь, как-то их резнуть надо. Иди резни своего. Давайте ровиста захуярим. И это... Была свернута вообще, вы что, ебанулись? Ничего не вышел, блядь. Че, все, это... Я говорю, на отчет надо это выйти. Че за бред, на пьедестал, ребята. Че, давайте заново тогда. Ну, я хуй знаю, тогда сидите здесь и, ну, то, вашу стратегию, то есть молча тогда продумывайте. Я хуй знаю, давайте еще раз тогда. Надо их резнуть как-то. В пати обратно. Да, какой, давайте, в общем, блядь, сидеть, остальные все молчат, говорят там, если хотят, те, кто, блядь, там.
Блять, у меня КД на скиллы все. Найс. А если дуэль кинешь и отменишь КД? Мы отдыхаем. А, давай попробуем с дуэль. Ты возьми их в пати просто. Давайте это, плюсаните там, кто там был, репичип, равист. Че, считаем победу эту? Да как, блять, у меня игра свернута была. Ёбаный в рот, у кого свернута она была? Подходите сюда. Украдица была, мы в ДЭС завалились. Да это там. Пиздец, нахуй. Ну, плюсуйте но сюда, это подходите. Не пиздец, это... Перекиньте челика, значит, из гостей. Значит, заново. Кого там перекинуть? Гостями. Короче, остаемся в общем чате, да? Да, или остаемся что? В общем, потому что это залупа, нахуй. Сворачивайтесь там где-то, хуй пойми. Плюсуйте. Короче, это заново, ну, стартуем эту хуйню. Репичип с ревистом, это, КД у вас там прошло. И... Нет, у меня 3 минуты еще. Ну чё это у тебя? Ну, а если, у меня налетало КД. Если пати, если дуэль кинуть и отменить, от КДшится? Проверьте. Не знаю. Ну, проверьте, блядь. Должно же откадешиваться. Отмени. Отказ напиши. Кто-то. Да, все, нормально. Ну все, заебись. А нет, нет. До сих пор летало это в КД. Три минуты. Ладно, похуй. Ну, тогда давай что следующих запускать. Тоже берется в КД. Пусть следующий, мы потом снова поберемся. Ну, а смотри, если ты говоришь рарник, шадоу крутые, то как, ну, как их миксовать? В разные стороны их похитать и все. Как в разные? Вот так, что ли? Лингрен шадоу, рарник с Кирсори? Еще лучше. Ну а как нахуй? Давайте рарника с равистом, это будет вообще баланс. Фулл ПВП или фулл ПВД в пати. Бля, я вообще предлагаю нахуй кинуть роллы просто и как-то распределиться чисто случайно, кому как повезет. Да случайно, ебать, ну там пиздец будет, рарник с равистом. Голод, что реально по роллу. Ладно, да я все, предлагаю... уже распределись, уже все, смысл. Да. Этот, давайте тогда так, Лингрен, иди, ливайте с шадоу, ты бьешься, а рарник с Кирсори идите. Ливайте, сейчас вы бьетесь. Ну, равист с репичипом, что считаем, или и сейчас заново будет это биться? С кем я буду? Именно то еще. Пати. Ты в пати, Лингрен с шадоу. Так, ебать, у нас типы в ПВЕ там еще. Кто в ПВЕ? Рарник с Кирсори, идите, ливайте с рейда и кидайте друг другу пати. Группу, чтобы вы друг друга не убили. Шадоу, иди с Лингреном. Все, идите. Шадоу, кливни. А, ну или так, давай. Ебать, протопаузер, прист. Я не пойму, кто может отдел ПВП, кто не может ПВЕ? Равис брешешь? Ну я не знаю, что. А, это ну есть. Если нет у него кого, ну. Так, шадоу с Лингреном, да? Кирсори 4-4, но не фулла. Все, все, тихо, давайте рынки, смотреть. Замолчите да. Те, кто не на арене, и, блядь. Все, вы готовы? Готовы? Это рарник, шадоу, Лингрен и Кирсори. А как мы будем это вливаться-то? Пиздец. Ну я хуй знает, как-нибудь кого-нибудь выберите по ассисту играть там. Все, давайте на счет 3 начинаем. Раз, два, три, поехали. Ебать, Катило вы какое-то, блядь. А, Лёха, красавец, в протопале. Да три фулгин прокастал, его даже не пиздит никто, блядь. Надо паладинов исключать нахуй с ПВП, блядь. Ебать. Потому что там каждый пати паладин. Я уже забыл, кто с кем. Лингрен с пристом, да? Да. Рарника замесить хотят, смотри. Ну, рарника, если замесят, то пизда им. Так-то да. Я вот в этой хуйне не разбираюсь, в сетапах в этих. О, смотри, Кирсори. Сейчас, сука, на тоненьком было. Ебать, там шадоу, нахуй.
Там шадов надо было в изгнание Керсори. Все, смотри, вот их сейчас двое и один Лингрен, блядь. Короче, мы с зельями, да, играем? Окей, я тоже тогда зелье пью. Хули, блядь, этот вар бегает, блядь, с сапротом. Неплохо. А, у меня сапрот... А, блядь, да. Я забыл. Охуенно. Лёхе вообще похуй. Я думал, Лингрен в ретрике будет. Блядь. Я думал, он в ретрике будет, я не знал, что он протопал. Об этом месилово, блядь. Вы его задамажите или что его там дрочите, блядь? Давайте быстрее, чтобы протопал обычный. По мане сел, вон все, пизда ему. Бля, у него что, еще ревнистник прокнет? Да, точно. А прикинь, еще и чарка с ТТГ работала. Ревностный. Глупый. Ну, кстати, World PvP, ну, вроде работает. Ну, вот тебе World PvP. Что там эти две первые пати, вы где там? Готовы к реваншу? Угу. Сейчас они добьют его. Ну, или, блядь, я не знаю, или завтра встретимся, нахуй, может, спать пойдем, блядь, пока они там месяца, блядь. Ебать, у него сейчас ревность откатится, вы будете убивать его или что, блядь? Да у вас такой разводит, блядь? Да ебал, ты туда не уклад... Сюда надо Юлю на ГДК. Давайте, разводите его уже. Все, все, он заебал. Ебать, вы веселись там. Пизда. Этот, ну, Рарник с Кирсори, получается, выиграли. Так, давайте это самое, вот, пати вам. Ассисты есть? Покидайте им пати, пожалуйста. Равист и кто там были? Репичип. Кто с кем, я забыл там? Репичип с Локом, да? А Равист с Палом или как? Кто был с кем, я не помню. Да, Равист с Палом. Да мы уже с Палом в пати. Ну это хуево, видишь, у них вот класс. У них, конечно, сетап мощный, друид с паладином, они там и диспелить все. Уберите этот корабль, блять, ну мешает обзору. Уберите. Нихуя не классный тут сетап. А где Равист, ты там на арене уже? Да. Ну все, давайте. Дайте пати, у вас ассисты есть у всех. Все, да, на вылет. Вы начали уже, что ли? А, ну ладно. Нихуя вы. Это считается? Одного уже положили. Нихуя. Жестко, ну такую разъебете, наверное. Кразис, смотри, его пизды даст. Ну и все, блядь. Ебать. Ну репичип. А кто это там? А, это Сукуба бегает. Ну репичип с Кразисом получается, чё. Так, ну и вот и давай, теперь вопрос основной, вот смотри. Давай мы с ним это третью дуэль сделаем потом, сейчас еще дуэль пройдет, мы еще с Равистом и Паладином третью дуэль сделаем, потому что там... Ну... Вот смотри, нам вот да, мы две сделали, мы Седжу с Бургером будем пускать, против кого пускать? Против того, кто выиграл или кто проиграл? Или против кого там, блядь, четыре команды, я уже против запутался. Против того, кто проиграл. Чтобы что? Давай сейчас нас, типа, сильными поставим. Нет, давай, там получается, давайте сделаем так, типа, там же получается... Еще тут должна быть одна группа, да? У нас там что, 8 было, да, групп? Сколько? Не, если на то пошло, то честно было бы одеть всем Т4 нахуй и ебашиться. Тогда была бы равная ситуация. Ну, можно просто ФВЕ побиться. У меня не то, что ПВП. Это не, я сразу говорю ПВП одевать. Не, ну если нету, если человек хочет поучаствовать, что ему, если нечего, если ПВП нету. Этот, давайте сейчас кто будет биться? Вот Седжу и Бургер с кем поставить? Кто там проиграл? Лингрен с... Вон, Генбанай. Мы слились. Мы же слились, шадов. Ну, шанс, типа, дать. Если вы выиграете... Да, если вы выиграете, типа, сыграете с ним. Кто выиграл, типа, между собой они сыграют, вы будете с ним. Шанс сыграть с ними. Давайте. Да, кто проиграешь, сейчас проиграешь. А Холидринг же не играл с Варом. Победитель из победителей. Холидринг, а я не знаю. Холидринг, ты будешь вообще играть с Варом? Я пришел посмотреть на месте его. Холидринга с Варом ставь. Может... А там проигравший Холидринг... с Грашем... Холидринг не хочет, понимаешь? А, все, понял. Может Рарника тогда с Генбананом ставить? Давай. Ладно, давай пока посидите. Можете мне засуманить кого? Так, Генбанан с Рарником, но попозже сыграете. Это, ну давай, получается, Седжу. Кто там проигравший? Лингрен и кто? И во второй пачке кто проигравшие были? Адонайц. Лингрен, что Адонайц? Во второй пачке Равист и этот, Паладин. Ну и кого с них пускать? По ролл кинуть или как, блядь? Смотри, Войд, я какую-то предлагаю фишку. Просто
какой-то день, просто какой-то день рандомно определить, когда вот не будет рейдов, не будет... Короче, это реально... все заебись, но на данный момент меня вопрос другой интересует. Я, короче, кидаю ролл. Так, я кидаю ролл. Если больше 50, то Лингрен Шаду. Если меньше, то другие идут. Биться с Седжи и Бургером. Так, и что я сказал, если больше, то Лингрен Шаду. Вот, Лингрен Шаду идите и Бургер с Седжи идите. Вы против них сейчас будете. Это шанс Лингрен Шаду, если вы выиграете Седжи с Бургером, то побиться в финале. После этого боя будет бой с двух победителей. Потом уже финалочка. Так, Бургер Седжи, да? Лингрен Шаду, вы готовы там? А что, обязательно типа с Диса переходить? Я не знаю. Другой канал. Ну ты да? Как хочешь, потому что, как бы, знаешь, коммуникация, она тоже нужна. Типа ты сидишь, молчишь, а вот... А я не ПВПшник, зачем мне коммуникация? Ну тогда, ну... тогда не надо, зачем? У нас, ну, короче, фановая просто... такая хуйня. Фановая понял. Хуйня, ну, блядь. Да, фановая. Если почаще я собирать, может... Я вообще разговаривал с Варом, мы с Варом играем, играем и расходил. Да, на ощущениях, нахуй. Ну. Че вы там, готовы, нет? Бургер? Лёх, выйди, а то сейчас тебя снесем нахуй. Ингрид и Шаду, Шаду, ты где, спускайся. Вы готовы, нет? А, чё, да, я готов. В ретрика? Да. Все, уйдите, лишний там крузис, и уйдите. Все, давайте. Бой, подождите, сбивать. Подождите, подождите. О, блядь, ну вы заебете. Ну давайте, вы готовы. Разбежитесь по разным краям. Все. Прикинь, сейчас кто-то придет. А что у них происходит? Почему они один на один? А, где Shadow? Да он не а хочет. Он да он в десятке сидит просто. Это что за идея? Иди к нему в десятку. Да смысл, блядь, я не ПВПшник, я ничего. Ладно, когда мы начинаем, увидишь, что мы бежим на тебя. Ладно, ладно, похуй, давайте на счет 3 начинаем. Я здесь буду, мне вообще по барабану. Все, раз, два, три, поехали. Вы что сейчас сделали, блядь? Кого вы его друг друга убили? Не знаю, кто там кого убил, какую-то хуйню занимаетесь. Левую эту убивают. Абсолютно. А кто? А кто? Где? А как? Это что, 2 на 1? 2 на 2, там сед же. А, там рога. Шадоу Найтс поджимает, что там? Крейзер дал. Ага, когда я сдал Лингрен. Лингрен, да, Лингрен, сейчас, Лингрен сейчас не в танке, он сейчас в ретрике. Я знаю, он сейчас просто везде, да, с Shadow. А, все, просто по Shadow, это Габелла, походу. Потому что тут уже не оделось ничем. Смотри, он еще... Да, не, просто дали может... покаяние. Не-не-не, он еще живой пока. Захидивается. Он, вот сейчас он его фернет, блядь. Он рога живой. Нет. Он что, в хиле, я что-то не могу вкурить? Он в хиле, что ли? Нет, он шп, просто шп всегда жмут. Ужасный гимн прожимается. Заезжаю снова по Шадову, пытается заехать. Неплохо. Получает, Ирога получает фир. Седжи бежит. Прожимается фридом. Пытается загнать Шадова. Так. Жестко туннель бургера. Так, бургера заезжает. Ну, бургера остается. Седжо. Умер? Нет, Седжо. Нет, живой, жив. Живой. Седжо еще жив. Седжо получает фир. Седжо получает фулл фир. Долгий ебать. Лингрен просаживается по ХП. Вот у нас Бургер Найт. Все, Лингрен погиб, Бургер отхиливается и Седжи, все. Ну это погиб ГБЛ, тут невозможно. Тут слишком овергирный паладин. ПВП шмот. Получается, нет, что? Это... Получается, выиграл Бургер Седжи, да? Да, но это слишком овергирный паладин, это прям, я не знаю. Это... Ну пойдут в финал. Пойдут прям в финал. Ну, нет, просто... тут не важно, что у тебя просто устойчивости очень много, и тебя просто пробить хотят. Я по тебе вообще ни разу не крикнул. Ладно, это самое, этот. Давайте, кто там выиграл? Скажите, Лок, Репичип с Кразисом, раз, и вторая пати, кто? Рарник и... Рарник Рессори, идите, сейчас вы бьетесь. Это полуфинал, по идее. Так, Репичип, Кразис... Только вы с одной стороны соберитесь еще как-то. Где? А он в другой пати, выйди из пати. Пати друг другу дайте, чтобы друг друга не убивать. Равник, ты с кем? С Кирсори, да? Так, ну это интересно. Чего вы разбежались? Ну, разве с Репичипом вы в одну... С одной выходите. Я не знаю, может им так удобно. Подойди сюда, да, и, блядь, этот камень отдам. Давай напротив друг друга встаем, а потом а, туда да. Что-то. Крик там какой-то дайте. Все, вы готовы? Или что, еще что-то надо? Да погоди, 5 секунд камень заберу. Для маны, наверное, сейчас пол ману повели. Он же на арене тратишь, а не тратится. Так, готовы, да? Бэшки. Так, подожди, Кирсоли, пусть подхилится на фуле. Подхили его там, флешка, значит. Все. Все, можно. Давайте, насчет три. Раз, два, три, поехали.
Так, нихуя не ясно, что там происходит. Кразис что-то контролит, Кирсорий хуярит. Ебать, лок мощный. Бля, я промазал. Я Кирсорий сольют. Сольют, походу, ну. Все слили, блядь. Ну, один рарник остался. Рарник сольешь, лока. Что сделать наверх? Что за место? Я не зафирил эту дуру, блядь. Пиздец. Бля, репичип с локом. Пиздец, бля, контроль, я не успел. Ну я и... хотел сап кинуть и зафирять, не успел. Так, ну нормально, репичип с локом выиграли. И по итогу, с кем они будут в финале играть? С Седжу Бургером, да? Или как? Да, да, видимо, да. Классный финал. Вообще просто, меня просто поимет, отвечаю. Там просто больно, отвечаю. Ух. Так, ну давайте, Седжу с Бургером ливайте. Забыл, блин, забыл про суку. А вы, а что у вас по КД там, репичип? Да не, нормально все. У меня на КД летало, и на КД... Все пока что. Но летало это важно. У меня важно. Так, на КД минута. Тогда может какой-то еще дать этот, еще какой-то бой. Вот там Гена Банан хочет, а с ним Рарник хотел сыграть. А кто против них тогда будет биться? Я могу. Кто? Кто? Получается, мы должны, по сути. Вы должны? Один будет такой сыграли. А те, против которых ты наставишь, два сыграли. Давай Рарника и этого ставь против нас через... Рарника и Гену против Серги Резбуджер. И уже кто выиграл, это уже с репичипом и локом, да? Да. Ну давайте. У меня 40 секунд до бабла, в целом можем начинать. Давай, Гена Банан, иди Рарнику кидай пати. Вы с ним. И против кого? Против Седжу с Бургером, да? Все, вон Бургер слева стоит. Вон Седжу. Рарник идет, вот туда идет Гена Банан. Он, интересно, кто? Протовар или кто он? Кто он там? Ну, по факту, похоже на... Даже на... Протовар. Прота? Прота? Ну, ну да, жестко. Вот это жестко. Там если... два контроля. Они если Рогу выиграют, блядь, они импала разнесут. Ну, а блядь, Рога не стоит протика. Это сложно сказать, кто-то. Просто такая... С Рарником проще будет, блядь. Варф прота, блядь. Ну, варф прота это по факту такая, знаешь, гнида, не без обид, честно. Потому ладно, что, ну... Ну что, вы готовы? И по те, факту. Седжу и Рарник с этим. Готовы? Да. Все, давайте на счет три. Раз, два, три, поехали. Ебать. Я бы заебался. Блять, им нельзя играть по проту. По кому они играют сейчас? Четыре? Так, они играют по Седжу. Седжу... А, они по Рарнику еще играют. Рарник прожимает бабл. Седжу начинают играть. Седжу бопу. Седжу боп, ну да, все, это надо отходить, тут весело очень. Рарник подхиливается флешками. Так-то хули, кроме роги. Банана. Ебать месяца на мосту, пиздец. Вообще просто. Ну прикольно. Где-то банана просаживается по хп. Что там? Спрыгивают. Отлично. Ага, дается волна. Седжу убегает. Рарник пытается захилить своего напарника, дается, а все снимается уже. Вара, просто всаживается. Ой, в вар. Бля. Начинает уже раскакает. Что это за место? Кто там фирм дал? Не, на, не за... на арене. Я смотрю. Я уже забыл, кто с кем, а кого-то убили. Кого-то Рарника... убили. А, убили Гена Банана, но Рарник остался в соло против Роги. Еба. И Паладина. Прикинь, Рогу, попробуй добить, блядь. Роги дали захилит. Фридом. А Роги он... подали фридом. Уже ты не добьешь, он его захилит, походу. Он же флешками хилит. Нет, дали что, стан? Нет, не стан. Да все, пизда Рарнику. Рарник проигрывает. Блядь. А я не видел, блин, я в бабл дал, стал, ёпта. Ну все, а походу, Бургер Седжу. Ну, походу, вишенка дня это Бургер Седжу против репичипа с локом. Это будет прикольно. Если они. Если. Я за Вары и Лока. Мне больше нравятся такие вот. О, тут сетап, конечно. Не, и Рога пал тоже хорошо. Ну все, Крузис и этот. Седжу с Бургером ждите КД, если есть. 40 и... секунд. И как готовы будете, идите. Это будет финал. Да, таблицу надо немножко про это раздумывать, как на закрытую таблицу. Видишь, на ходу так не получится. Я думал, блядь, 8 человек будет на вылет, всего 3 боя сыграть. Смотри, Бойд, читал мангу Кинган Ашура? Не, нихуя такой хуйня. Смотри, я рассказываю тему. Там как было? Дали сетку турнирную, то есть, получается, было 16 бойцов с каждой страны. И каждый сражался попарно. То есть один с другом посражался, понял, вышел другую с другой победителем другой пары. Так вот, в чем была фишка?
Там челики кидали роллы. То есть, если ты кидаешь ролл, то ты сам решаешь, куда твой боец пойдет, в какое место. И то есть там такая была фишка, что челики специально искали своих сильных бойцов, стали против слабых, что в конце слабые бойцы проиграли, а того сильный вышел, как бы, ну. Uh-huh. И то есть преимущество было у тех, кто выкидывал где-то пятым, шестым, так, десятым, вот так вот. То есть последние вообще. Я, короче, понял, но я нихуя не понял. Давайте, вы готовы там? Сделаем так, я потом тебе скину сеточку эту, сам и пока объясню сейчас эту шутку. Ты хочешь сделать так, чтобы типа поставить слабого против сильного? Нет, нет, чтобы сами люди решали, куда они хотят, а там уже дальше будет просто приколюха. Ты мне, блядь, скажи, ты камень вообще юзаешь, нет? Бургер, нет. Бургер этот самый, все, это, давайте, готовьтесь, бургер Седжу, вы где там, вы готовы? У меня КД 2 минуты, сейчас попробую типа... 2. Это у бургера еще? А что потом делать, нахуй? Не, КД все равно 2 минуты. Потом пойдем в ЦЛК 10 ХМ выбивать мне ДСы. Я понял, бля. Не, мне ДС больше... нужны. А потом я просто хочу... Вайда убиваю. Нет, просто мне ДС. Ну, серьезно, а давайте после этого Вайда в СОЗ вылетаем Вайда и после пиздим его. В мишке, да? Сообщение было удалено из-за подозрительного содержания. Сейчас, подождите только 2 минуты, потому что без бабла против лока такое себе. Ну скажешь, короче, как, когда придет. Вот, короче, какая пачка выиграет, тех ждут призы. А, у нас только первое место призовое. Что за пирамид? Ну, второе место. Сколько сейчас ДС стоит? А из 400, ну, 5506. Уже? Ага. 5506? Фига дешево. Тогда второе место. Ну, это средняя цена, я тебе так скажу. Минимальная я вообще за 5 видел. Давайте еще шанс кому-нибудь дадим. Может быть, кто-то, вот из тех, кто проиграет, может быть, кто-то захочет за второе место еще побиться. Да нет, так уже нечестно там, блядь, уже столько переиграл. А, ну. Нет, вдруг кто-то хочет, я хуй знает. Да, здесь вообще честности нету. Я хочу. Я говорю, если было бы честно, это надо одеваться, короче, в Т4, ПВЕ шмот, и драться просто, вот и все. Да еще и местность кривая. Это более-менее выравнивает, типа, ну, как сказать, типа... Ну, а нормальная местность, никому она не знакомая, и все нормально. Выравнивает баланс. А когда ты, блядь, одел, нахуй, 260 плюс ПВП шмот, нахуй, и, блядь, 220 ПВП шмот, ну, смысл? Там говорят, типа, в сером шмоте, да. Но я не знаю, как это будет выглядеть в сером шмоте. Там что там? Некоторые в сером шмоте могут. Ну, кастером серый шмот нахуй. Наследуемый, как увижу. Наследуемый? Да. Для кого покупать еще надо? Че, готов, Павел, там? Не, да, все, готов. 5 секунд, дайте 20 секунд мне. Если на то пошло, снимаете полностью шмот, одеваете оружие, самое слабое, и поехали. Так, в сером шмоте просто все покупают на аукционе серый шмот себе и в нем дерутся. Не, зачем серый, вообще серый шмот? Рога на просто... своей половине, чтобы не было такого, что не, он, просто блядь, серый там шмот. За спину зашел. Просто оружие для того, чтобы бить, либо кастить. Да, давайте, можно сюда. Можно просто самому себе квитку. Давайте, ну, чтобы споров не было, если Рога, допустим, туда зашел. Давай, Рога, сейчас подъедь туда, не, максимум. Не, я стою с паладином. Все честно. А, точно стоишь с паладином? Да. Могу заскинуть. Ладно, давайте на счет 3 начинаем. 1, 2, 3. Скуба, филе. Причем Седжу еще не вскрылся. Постою в инвизи, говорит. Парни прожмется. Но они, видишь, не пробивают Пала, он слишком мощно одетый. Он даже пал один, видишь, разъебывает. Еще репичип он не хилит, ничего, это ж вар. А, поймал вара, короче. Локу тяжело, нахуй. Седжу сейчас отхватит. Сейчас, смотри. Нет, сегодня выиграть могут. Ебать, нихуя. Остался только топ пал сегодняшний. Его просто. Кайтите, контрольте. Не, ну если он локу разъебет, то шансы подъезд есть. Нужно только локу выжить, блядь. Жестко. Койл там, жизнь пососи, что-нибудь похилься. Ну, койл уже отдал.
Ебать, пиздец. У него маны. Да, с куба не контрится, просто гнида. Пала замесь. Кого там замесили? А, все, пал выиграл. Да, блять. Не, ну может репичип его разъебет еще? Не, никак. Никак? Под крыльями ты смотри. Потом поедет, что вдруг бабл и отхил. Ебать! Умом, умом. Бля, а... что-нибудь, какое-нибудь замедление, как-нибудь его притормозил. А, я уже тормозил его этим, у меня просто не прокает подвижание. А этот бургер, это кто персонаж, какой у нас гильдии? Я в сукубу триню дал, это... ресницы мне кто-то. Вот ебать, на... там урона отпало, блядь. Техноксы, какие там вот это вот. Там просто пиздец, отвечаю. Так, ну давайте, давайте, пати, что получается, бургер и седжу, да? Вы можете меня резнуть или нет? Да не прибеги тут. Это принимайте как-то пати. Ливайте со своих пати и принимайте пати. Так, а второе место получается... Второе место получается кто? Это репичип и этот... Лок. Ой, не Лок. А ну да, Лок, кстати. Подходите к Войду, короче, и кидайте обмен. Так что, вы все закончили? Да. Сейчас мне рез 10 секунд. А что, второго круга не будет? Так, ну я не знаю. Это уже время... Сейчас я банк поставлю. Бля, поставьте кто-то, кто со мной в пати и банк. Сейчас еще туда. Блять, у всех ассисты есть, дайте пати. Вот в гильдию плюсуйте и покидайте пати им. У всех ассисты есть, покидайте пати. Все плюсунитесь. Поставьте кто-то ГБ, кто со мной в это в рейде. То я не могу, у меня забагалось. И подходите к медведю. Я тоже забагалась, релогаюсь. Так, я поставил вот эти. Ага. Ладно, все, давайте, всем счастливо. Да, было прикольно, наверное, да. Блять, да, я... до первого раза сойдет. Что-то такое один. Еще придумать, более уравновешенно, а не пал, блять, фул гири в PvP. Ну, нет, почему, как бы, для PvP это нормально, то есть для аренки такое, но это, знаешь, хотя бы, чтобы все а имели... кто меня убил? Хотя бы 240-го айтема. Да, да, короче, давайте этот самый... Где там бургер или кто? Подходи сюда. Да, я сейчас, так, простите, отходил. Так, Кразис и Репичип. Вот второе место. Ну давайте 5000. Если вы по скиллу хотите, то... Нихуя вот, себе, блядь. Берете, короче... Где вообще, кстати, находится? Не ждите. Оружие, которое... Я наверху стою. Поехали. Возле гильдбанка. А, ты из мишки вышел. Куда ты? Спасибо всем. Репичип, беги за сюда. За мероприятие. Сейчас бургер, ты должен в пати... прийти сюда. Да меня пюремич какой-то бьет. Да хватит, блядь, что вы делаете? У нас ПВП. Пойдемте все по кажется сам за себя ПВПшимся. Так, седжу, короче. Бля, давайте угорнем реально массовый замес устроим. Это пизда будет. Так, седжу и бургер. Так, бургер, вот тебе. Спасибо. Сейчас, 20 секунд, подожди, вот. Вообще уже. Веселуха. О, спасибо. Приятно. Это я 10к или 100к тебе дал? А, 10. Кстати, есть такая приколюха, мне кажется, что можно позвать какую-нибудь еще гильдию, другую, и просто предложить им PvP-ивент на арене Гурубаши. Просто турнир, типа. 5 на... Вот реально 5 на 5 с ними. То есть они 10 вот человек это пихают. Вот Гена. Это кто? Это Вард. Нам не страшно. Не, ну, один, ведь тут. Нас 10, он один, а, да? Это наш. Нет, смотри, верст получается... А, все, нормально, Гена. Так, репичип, вот ну, это вы уже сами мутите. Утешительный приз, второе место. Ну, и так нормально. Вот, если подумать, во что все упирается. Вот, допустим, если 5 на 5 делать, да, прикольный замес, интересный. Но тоже, допустим... Упирается все, как вау, обычно. Вау, пошли один на один, слышишь? Выскочим. Это кто сказал? Надо просто какой как-то сбалансировать. Который шеймом против нас сейчас был. Я говорю, сбалансировать это просто. Вот, там, кажется, снимаешь весь шмот, а берешь себе оружие 5-го левела и поехали. Прям весь вообще прям голый, что ли? Прям голый, да. Все купят себе PvP-шмот. Ну, не PvP-шмот, а серый шмот. А зачем серый покупать? Просто снимаешь все. И для того, чтобы скиллы работали, берешь то оружие себе. Вот и все. Надо раз в месяц такую штуку проводить, типа. Без тренинг, без ничего вообще. Ну, можно PvP-шмот тренинг одеть на резист одну и все. Я типа, ну, я в ШД недавно... Ой, бля, прости, Равист, я случайно. Я типа очень плохо играю. И у меня сейчас случайно 700, блядь, выскочил один на один, спасибо, от души. А так, знаете, так всегда будет, вот бургер, допустим, он затащил Седжу. Осуждаю тебя.
Он затащил Седжу. Не, Седжу тоже дохуя сделал. Не, Седжу, да. Не, ну нормально. Ну, вот. Не, ну... Все равно... забей, я хотел Суккубу сапнуть, но походу она вообще не... Ее нельзя сапнуть. Не, нельзя сапнуть. Я Лока спокойно бил, потому что меня Вар не трогал. У нас план, типа, был сапнуть Суккубу, но она просто двигается, ну... 10 раз быстрее, чем человек бегает. А не, она была... У Вара же есть же этот масс? Ой, эфир там мгновенно. А, масс. Что-то я вообще не подумал об этом. И меня Суккуба законтролила, я отдал... Триню, типа, ну, чтобы из контроля выйти, и все, как бы. Паладину надо было изгнание изгнания зла сделать. Мне надо было бежать травить красить, потому что я яд намазал специально. Он там с бурю паладин очень больно заезжает, потому что даже вот я ему дизарм дал, он бурю занул, там просто пиздюре заехало на 2000. Я под дизармом катку норм я сыграл. А вот вторую вообще... Я джаги только могу кидать. Ну, а если вот, к примеру, если делать дуэльный турнир, да, вот как я предлагал, типа вот, допустим, за Шаукана у нас идет этот бургер, блядь, который типа пал, ну пиздец, неубиваемый, блядь. И допустим, надо какого-то челика, который, ну, прям уверен, что его разъебет, и нужно, чтобы он к нему шел, типа, как по лестнице, или как, или, блядь, да тоже. Да вы угораете, нет, это... Или ролл кидать. Шаман разъебет. Меня тоже присутствует, как бы бургер, я сильно... Бургер, слышишь, пойдем не, один паладины, на один выйдем. Паладин это очень тяжело. Это говорит? Ну. Кризис. Бля. Просто паладины контролят. Это нормального найти шипышника. У Локов, типа, миллион контроль, типа, пет, Суккуба, вот это вообще забей. Ну, типа, 1-1 очень сложно выиграть. Кого? Лока? Да, ну, Роги кого-либо вообще сложно выиграть. 1-1, если. То есть, ну, Суккуба может повесить, там, 2 или 3 МК подряд. И, ну, я это никак не законтролю. Вообще не Кош, ну, как, по-моему. Как тогда дуэльный Кош... турнир просто ну, за... этим, рандомом? Секунд, это, типа, такое... Просто рандомом. Ну, ты ждешь, пока она появится, ловишь кошем ослепление и ослепляешь ее. Смотри, вот, я тебе предложил идею, как бы, как это можно реализовать. Да, просто ты понимаешь, ты предложил то, что ты знаешь. Там объяснять дольше. Я смотри, просто я не могу так сходу понять. Проще. Хорошо, давай ты просто выбери любой день, и мы организуем все это дело. Чтобы было честно, я говорю, надо... У нас нету ни у кого, допустим, блядь, в гильдии, нахуй, более-менее эквип одинаковый по ПВП-шмоту. Так что, чтобы было честно, просто снимаешь все, берешь оружие себе для каста, для любого. И либо это в миле, либо ты там, блядь, маг, и все, и херачишься. Ну да, я возьму два даггера, и амбуш один спину засуну, и все. Ну вот, видите. Там просто у разбойников с кинжалов. Не, там, что-то... Да, он с даггера серого, который, блядь, урон 1.2, он ничего тебе не сделает с амбушем. Ну, то же самое я могу сказать ему. Мне кажется, надо какой-то шмот. Просто надо... Ну, либо комплект. Давайте фулл серый шмот и PvP триня. Хорошо, смотри, тогда объясняю прикол. Смотри, фулл PvP триня дает тебе... Ну, вот у меня 245. 90 у меня реса. 10. У меня 245. 213 триню все. Но у меня денег столько нет. Хорошо, смотри. Тот же самый паладин. Тот же самый вар. То есть я восстанавливаю 9000. Ну хорошо, я восстановлю себе 5000 хп. То есть у меня рога будет колупать до потери пульса. А у меня еще щит. Я просто могу спекнуться от трота и просто бить его по голове этим щитом. Вот и все. Я просто, знаете, понятно. Как предлагаю, как круто будет? Просто бургера исключим из турнира и все, блядь. Давай тогда всех паладинов исключим. Тогда Рарника тоже исключаем. Рарника исключаем. Паладинов это забей. И ДК тоже исключаем, потому что он чисто кайлайн будет закидывать. И не, говорю, это супер универсальный PvP класс, он может и похилиться, и супер много контроля дать. Я говорю, самое честное будет, это просто вот взять одно оружие себе, блядь, серое, 5-го левела, блядь, и идти даже 1-го левела, если такое есть, и идти просто драться, и все. Это будет, ну, самый, как бы, честный вариант, а так ты... Голыми, да, получается? Да, голыми, чисто оружие в руки и поехали. Не, ну, а чё, попробовать можно. Рога с амбуша не убьет, потому что там урон от амбуша, от оружия идет. Ну, соответственно, его на урон плюс оружие. А от оружия там 1.2 урон, сам понимаешь, сколько. Да ты не получаешь за меня голду, чё ты меня пытаешься убить, я бы туда... Так что, ну, как бы, это самый оптимальный, ну, эквип получил. Такой, типа, будет. Ну, ну надо попробовать, план, я не знаю, как это все выглядеть будет, надо попробовать. Ну, скорее завтра до РТ, в принципе, можно, если кто хочет попробовать. Долго-много.
Ну, чисто вот так выйти, да, на флаг, раздеться, взять оружие, вот это вот самое первое, нахуй, и подраться, если кто хочет. А потом уже, ну, Войд должен сам испытать и, ну, предложить потом, где. Ну, если это нормально будет. А так я говорю, там, видишь, у всех, у каждого класса, ну, кроме СПДшников, у СПДшников зависит, блядь, все от СПД. Ну, соответственно, он оденет оружие, у него чисто будет... Блядь, убейте этого пидораса, он что, ебанутый нахуй, этот паладин слева гильдии какой-то, блядь, мамку его ебал. Сейчас, подожди. Убейте. У нас тут... Старфол. Ивенты, это интересно, но вот такие уёбки, блядь, конечно. Диспел, диспел, бабл, кто там сумеет снимать? Это Дунай, то что, Дунай, слушай, давайте, хуять его. Давайте, сейчас бабл кончится, захуярить его надо. Да, корни дай ему, Равис, корни дай ему. Ладно, ребят, давайте. Спасибо. Все, давай. Всем спасибо. Счастливо. Да, до завтра. Все, съебываем отсюда. Как и этот пидор. Превратился просто в недоразумение. Пока этот пидор не резнулся, да? Я понял, нахуй. Рависта сейчас убью. Разошелся. Это свои же бьют. Да. Вот что тут? Бей своих, чтобы враги боялись. Ну да, ну да. Опа, паладин рясается. Давайте сейчас сгоценем его. Я прям вообще готов сейчас могу влететь в него. Хистория, я понял, Старфол на бегу, хорошо. Ты пытался, Хистория. А Илу ХП что ли? Что-то вы пока всех один разваливает. Нифига себе, он живет, Войд. Сейчас все прошунки откачат, что он в той группе пойдет. Потом ехать всей толпой. Вот, вот, вот. Это как охота за дичью. А мы демку видим, мы демку видим. Смотрите на демку, где он бежит. Сейчас отключим, нахуй. Да нет, не отключаем, у нас какой-то шанс есть найти. Ой, я понял, нахуй. Вот так, блядь. Им конкурсы в сражении пизды дают, нахуй. Сука. Че там, как дела без демки-то? Нормально? Прикинь, камень не успею, кастануть и меня найдут, блядь. Сори, беги, сейчас тебя добьют.